Всем привет, зовут меня Руслан. Я вот решил заказать пару посылочек с Китая. Сайт называется Wish, я скину потом внизу видео в описании. Я примерно знаю, что где находится, но не уверен. Сейчас мы попробуем вскрыть их и посмотрим, где что и в каком оно все качестве, как все дошло. Если нигде ничего не поломалось. Шло недолго. Примерно 22 дня. Так, это первое у нас. Первое. Это тут наклейки. Наклейки для машины. В стиле дракон. Типа поцарапал дракон. Вроде неплохая фишка. Распакую потом, если что, сниму отдельное видео. Убираем в сторону, идем дальше. Итак, дальше, как мне кажется, что тут тоже опять наклейки, опять на машину. Но не уверен, сейчас проверим. Открывать будем аккуратно, потому что может быть запаковано странно и нужно порвать будет что-нибудь. Итак. А нет, я не отгадал. Это наклейка у нас на мотоцикл, который я заказывал для своего Suzuki GSX-R. В стиле карбон. Вроде выглядит неплохо. Стоило, по-моему, 1 евро. Я поищу и скину, опять же, все это внизу видео. Кому понравится, может заказать. Сейчас я проверю, может быть еще что-нибудь есть. Нет, больше ничего нет. Ну, и ладно. Идем дальше. Так, тут у нас чуть помассивнее что-то. Аккуратно тоже будем вскрывать. Пупырышка внутри. Чтобы не поломать, не разбить. Все красиво запаковано у них. Как я много читал в описании сайта от покупателей. Итак, что же это у нас такое? Ага, это у нас подводная лодка. Заказывал друг. Правда, через мой аккаунт. Вроде говорит шикарная. Как-нибудь снимем ролик. И тоже выложу на YouTube, посмотрим, что это такое. Ну, тут вижу, трещинки есть. Но я не думаю, что она сломалась. Вроде упаковка аккуратная. Ну, думаю, что работает. Но тут есть более большая. Но я вижу, что у нее защитная платформа есть. Так что, думаю, ничего не поломалось. Ну, ладно, отложим в сторону. В пакете ничего, пупырышка и сверху пакетик такой серого цвета, чтоб не просвещалось. Так, уберем это тоже в сторону и идем дальше. Коробочка тоже, мне кажется, это наушники для айфона, если я не ошибаюсь, потому что штрих-коды не везде присутствуют. И там вся фишка. О, коробочка, видите, красиво все. Да, походу наушники, да, я не ошибался. Здесь наподобие пупырышки лента, такая мягкая, все аккуратно было. Сейчас мы все вскроем. Цену не помню точно, по-моему, по 3 евро за каждый. Ну, как, по Европе это дешево, потому что у нас это все дороже продается. Да, наушники... Стиль iPhone 6. У меня были настоящие. Потерял на мотоцикле, когда катался. Ну, не в этом суть. Вроде описали, как, что они очень хорошие. И у них качество производства звука и микрофона очень хорошие. Я взял две пары себе. Ну, никогда лишнего не бывает. Ну, положу это сюда опять назад. И у меня остается, наконец, последняя посылка, очень хорошая, которую я долго ждал.
Это геймерские наушники. Тоже с Китая все. Потому что здесь они стоят куча денег. Вот. Сейчас мы все это посмотрим. Запаковано опять в черную пленку сверху. Коробочка. Посмотрим. Да, коробочка стильная. Сейчас посмотрим, что внутри. Пакетики. В пакетике больше ничего нема. Ладно, фиг с ним. Вот. Наушники вот такие вот. G2000 называются. Они с подсветкой для игр. В описании читал, очень хорошие, хвалят. Вот у них тут микрофончик такой. Получается, ну как, с левой стороны получается, да, он. Наушники мягкие, они гнутся, говорят. Как коробочка, вижу, не очень-то и помялась. Ну, ничего страшного, главное, чтобы все внутри хорошо работало. Вот, да, подсветка LED, Light пишется, да, там. Есть включить-выключить кнопки, USB, все такое. Тоже все оставлю в описании. Кто захочет, может почитать. И подсоединение джак 3,5 мм, стерео пишется. Вот, картинка есть. Ну ладно. Первое видео, как говорится, ну, думаю, что всем понравится. Всем пока-пока. Спасибо большое. С вами был Руслан.